Подключить ночные бары и клубы к системе ЦОУ предложил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с предпринимателями. Хозяева заведений пожаловались на постоянные проверки правоохранителей. Говорят, что наложенные на них штрафы, якобы из-за нарушения тишины, не всегда обоснованы. Закрывая дверь своего бара, звук не выходит. У соседей, там 12 баров, может выходить звук. Но на основании того, что поступает заявление о нарушении тишины, мой бар тоже штрафуется. И, соответственно, это тоже мешает нашей работе. На просьбу бизнесменов разобраться, аким города предложил подключить заведение к камерам Сергек и подсоединить их к пунктам управления. Такая централизация, по его словам, поможет оперативно реагировать в экстренных случаях и, кроме того, фиксировать незаконные действия проверяющих групп. До конца года будет там 3050 камер, но там, где это публичные места, общественные и так далее, пожалуйста, если мы с ассоциацией Хорика договоримся, от имени города я вам помогу. Просто, честно говоря, не все собственники желают этого. Ну, они говорят, там, защита интересов клиентов и так далее, но тогда вопрос стоит на кону, либо его безопасность, либо, смеется, там, желание защитить их.